Убийство рязанского бизнесмена Александра Заварзина произошло 12 февраля 2018 года рядом с домом 10, корпус 3, расположенным на улице Сенная. Там он проживал. Тогда нападавший нанес бизнесмену несколько ударов ножом. От полученных травм Заварзин скончался в одной из рязанских больниц. Изначально версий было много, от бытового конфликта до каких-то личных мотивов. По версии следствия, один из участников коммерческой организации в целях незаконного материального обогащения и освобождения от денежных долгов решил реорганизовать убийство своего компаньона, другого участника данной коммерческой организации. В качестве исполнителя данного преступления за вознаграждение в виде высокооплачиваемой должности привлечен гражданин страны ближнего зарубежья. В октябре 2018 года исполнитель преступления был задержан на территории Польши и в дальнейшем был выдан правоохранительным органам нашей страны. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение было утверждено в прокуратуре Рязанского области. 48-летний иностранный гражданин обвиняется по 105 статье «Убийство по найму». Теперь ему грозит срок от 8 лет заключения до пожизненного. В то же время в сентябре прошлого года материалы уголовного дела в отношении организатора преступления были направлены в суд. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».